Bloomberg. В США заявили об активации кремлевских ботов. Активность ботов не ограничивается лишь Twitter. Аналитики и эксперты Соединенных Штатов Америки в области кибербезопасности предупредили о росте активности пророссийских ботов. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Bloomberg. Так, по словам Лоры Розенбергер, директора Альянса по защите демократии, что действует при германском фонде Маршалла в Вашингтоне, боты готовят поле для битвы и сеют семена раздора. Она не исключает, что те уже закладывают фундамент для своей деятельности в 2018-2020 годах. Как сообщил старший сотрудник по информационной защите в лаборатории цифровых судебных исследований Атлантического совета в Вашингтоне Беннима, боты, используемые для российской пропаганды, стали смелее. В свою очередь Нитина Гарвал, профессор информационных наук в Университете Арканзаса, которая изучает использование соцсетей в интересах групп влияния, отметила, что боты используют не только Twitter. Они начали активно распространяться и в YouTube, и в Instagram, и в LinkedIn, а также работают в интерактивных чатах на мобильных приложениях, доступных на Facebook. Напомним, ранее сообщалось о том, что в США создали бота, который сообщает о готовности кофе. По материалам сайта news.com.